я думаю, что счастье как раз и заключается в том, что если вчера было невозможно, недостижимо, а сегодня состоялось. Салют всем иудеям, кто в меня не верил. Время завалить ебальники. Самое время. Братья варят через пластик. После на столе крошки, как от шоколадных пряников. Крошки гарики. Бульбики кипятятся, как чайники. Кузов бизнес-класса, начальники. Ай, ай. Я знаю истинную цену черного золота. Ведь я сын нефтяника. Ведь я сын нефтяника. Вижу, как матушка стареет. Время, прошу, остановись хотя бы на минуточку, пожалуйста. Не заметил, как мы повзрослели. Быстро. Где мои 16 лет, когда в голове лишь шалости. Первая, самая сильная любовь. Чувство невесомости, будто я парю в космосе. Чувства окрыляют. И все понятно без слов, ее счастливых глазах. Пока моя рука ласкает ее мокрые волосы. Больше не мечтаю, не загадываю, что там будет завтра. Новый день покажет, позади оставив счастливое детство, студенческие годы и бурение скважин. Детки, дым, гриндеры, бумажки, пипетки, утки, бутылки и другие гаджеты. И другие гаджеты. Слушай, я мужчина, не нужен сына, не нужен дом, семья, чтобы оставить им все, что нажито. Салют всем иудеям, кто в меня не верил. Время завалить ебальники. Самое время. Братья варят через пластик. После на столе крошки, как от шоколадных пряников. Крошки гарики. Бульбики кипятятся, как чайники. Кузов бизнес-класса, начальники. Ай, ай. Я знаю истинную цену черного золота. Ведь я сын нефтяника. Ведь я сын нефтяника. Ай. А я учился не делать глупости. Но именно на первом курсе начались клубы, тусы. Именно тогда меня очаровала музыка, заполнив внутри меня то, что было пусто. Хотели очистить, мне хотелось начислений. Период взросления, пропасти меньше между поколениями. Просто другое время, интересы, направления. Уже другие деньги, люди, идеи и мнения. Два стула, учеба или аппаратура. А я там и тут прокладывать трубы, признания, туры. Долго думал, довел до конца. В итоге окончил диплом, гордость отца. Но музыка в сердце начала говорить: ты можешь помочь этому миру. И я сразу начал искать пути, чтоб что-то изменить, а не просто быть их кумиром. И вот уже сейчас мою тянет. На выступлениях вижу толпу. Я мог бы сейчас быть нефтяник, но черные слитки и музыку больше я люблю. Салют всем иудеям, кто в меня не верил. Время завалить ебальники. Самое время. Братья варят через пластик. После на столе крошки, как от шоколадных пряников. Крошки гарики. Бульбики кипятятся, как чайники. Кузов бизнес-класса, начальники. Ай, ай. Я знаю истинную цену черного золота. Ведь я сын нефтяника. Ведь я сын нефтяника.